Эпидемия коронавируса, накрывшая без преувеличения весь земной шар, серьезно отразилась на мировом автопроме. Заводы по производству автомобилей останавливаются по всему миру, что не могло не отразиться на российских сборочных площадках. Первым, кто пожаловался на нехватку деталей, стал калининградский «АвтоТор». Он, напомним, производит автомобили BMW, Kia и Hyundai. Представители «АвтоТора» уже заявили, что по итогам первого квартала выпустят на 8 тысяч машин меньше, чем планировалось. Калужский завод Volkswagen, а также Горьковский автозавод, где выпускают «Шкоды», вообще остановятся 30 марта. Главной причиной стала нехватка комплектующих, которые должны поступать из Европы. С 1 апреля паузу также возьмет калужская площадка PCMA, однако встанут только линии, где выпускают модели Peugeot, Citroёn и Opel. А вот конвейер Mitsubishi сохранит прежний режим работы. В конце прошлого года «АвтоВАЗ» полностью выкупил совместное предприятие GM «АвтоВАЗ», включая его единственный завод. На этой площадке мощностью 98 тысяч машин выпускают только внедорожники «Шевроле Нива». По всей видимости, сборку машин вскоре перенесут на головной конвейер «АвтоВАЗа» в Тольятти. По информации портала «Лада Онлайн», по третьей нитке ВАЗовского конвейера уже прогнали кузов модели. Пока без сборки. Это значит, что линию примеряют под новый для нее автомобиль. Саму линию модернизировали 6 лет назад по требованиям альянса Renault-Nissan перед запуском «Весты». Однако сборку «Весты» в итоге перенесли в Ижевск. Сейчас нитка занята только выпуском внедорожников 4х4. До этого здесь вдобавок делали и «Приоры».